Иначе как мистикой события утра 22 февраля назвать, пожалуй, нельзя. Перекресток перед въездом в Заречный, словно бермудский треугольник, затягивал машины в ДТП. В течение часа здесь потерпели аварию 5 транспортных средств – пассажирский автобус, маршрутка и 3 иномарки. Сначала водитель «Рено Логан» не заметил ЛиАЗ. Водитель автомашины «Рено Логан», выезжая с второстепенной дороги, наступил дорогу автобусу, который двигался по главной дороге. В свою очередь автобус в избежании столкновения осуществил движение по полосе во встречном направлении. Верность таких действий у сотрудников ДПС вызывает сомнения, ведь за спиной водителя автобуса и во встречной маршрутке находились люди. Маневр, безусловно, опасный. Но это неправильно, это как бы в избежании столкновения, как поясняет водитель, выехал на полосу, осуществил движение по полосе до встречного движения. Столкновение автобуса и маршрутного такси прошло по касательной. ЛиАЗ слетел в кювет. Маршрутка осталась на дороге. За медицинской помощью никто из пассажиров на месте ДТП не обратился. Пока растаскивали машины первого ДТП, на Зареченском Бермудском перекрестке происходит еще одна авария. Opel Astra таранит Chevrolet Lachetti. Остановился, пропускает транспорт, девушка в меня въехала. Все утро в обстоятельствах этих происшествий разбирались сотрудники ГИБДД. Степень вины каждого из участников ДТП установит следствие. Наталья Елистратова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».